Я сегодня покажи. Попал на платный русский, который Никита, полтора часа длится. Нет, пройди, пройди, нет, не отжимание, пройди вниз вверх. Посмотри, как Семен опять делает. Вот, такой же, как мы до этого делали. Все это упражнение повторяется, но чуть-чуть в разных вариантах. Нет, Федь, нет, надо прогиб вниз сделать. Тазом вниз, голову вверх. Вот. Федь, ты же мне говорила, что на а теперь самое крутое. Теперь самое крутое. Парни, пожалуйста, примите положение. Одна рука. Ничего я не слышу. Никита, упор лежа принять всем. Почему? Упор лежа принять, потому что вы разговариваете. Вы запомните одну вещь, как только вы слышите мой голос, вы должны сразу все замолкнуть. Потому что я говорю что-то очень важное касательно каждого из вас. Правильно? Упор лежа принять. Это из-за меня, Семен. Это из-за меня, что я плохо объяснил. Отодвиньте, Семен, чуть-чуть назад, пожалуйста, чтобы не удариться головой. Упор лежа принять. Успокойтесь. А вы за кофе? Нет, я дверь просто открыть, чтобы нам с эхо звучало. Стоп, упор лежа принять. Таз поднимите, вы сейчас будете тренировать самое крутое упражнение, которое ребята взрослые могут сделать. Горизонтик, вам надо сейчас максимально вперед наклониться. Вот вы сделали упор лежа. Да, Макс, да, да, молодец. Спинку округлите, только спинку округлите. Вот, надо так простоять одну минуту, поехали. Таз подними, пожалуйста. Да, вперед наклоняться, как бы ныряете вперед, но не падаете. А, как вчера на маме? Да, одну минуту простоять надо. Иван, больше вперед наклон. Макар. Таз, таз подними. А да. Нам считать ли вам? Вы сами для себя считайте, пожалуйста. Никит, прямо спину сделай, прямо, прямо наклоняй, как ныряете, да, Вань. Округли спинку. Вот так. Округли спинку чуть-чуть, округли. Нет, вот, тяжело, да? Ну, а то, ну, что крутое упражнение. Иван, братан, Иван. Никита, хватит. Ну, понимаете, да, что заслужили, еще будет труднее. Округлите спинку, прям округлите. Теперь на коленочки встаньте, но также упор лежа. Ну, красавчики, и ты, и Федюня, и Иван, и Никита, и Макар. На коленке, парни, пожалуйста, встаньте все вот здесь, лицом туда, вот так, пам-пам-пам-пам. Макар, сюда, Макар, сюда, сюда. Лицом туда, вот здесь. Следующий. Ногами туда, лицом туда, быстрее. В одну линию, Федя, вот здесь, в одну линию, вот здесь, Федя. Иван, встань между, Иван, между Семеном и Макаром встань. Никит, Никита, вот сюда, пожалуйста. Стоп. Ты как собачка. Парни. Да, да. Упор нужно принять, спинку выпрямили. Смотрите на меня, нет, на коленку вы стоите. Вот так вы ножки подняли. Вот так, ножки строго, да. Спинку прям, видите, у меня не вот так, не вот так. Я наклонился на руки, и спина, ровная спина. Сейчас мы будем делать отжимания. Надо грудью коснуться пола. Спокойно. Нет, смотрите, вот так нельзя. Не надо. Надо просто лечь грудью на пол. Спокойненько легли. Прям ложитесь и встаем. А да. Все? Просто спокойно ложитесь и встаем. Один раз. Вы ждете, увидите уже. Тихо, 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 тихо. Вы будете делать на мой счет. Раз, два. Раз вниз, два наверх. Если кто-то будет один обманывать и простаивать, больше двух раз он будет долго отдыхать, а другие будут делать, значит еще увеличится время. Сейчас постарайтесь сделать четко, правильно, друг за другом наблюдайте, подсказывайте. Что правильно. Но на самом деле смотрите за собой. Спины выпрямили. Спины выпрямили. Раз. Два. Спинку выпрямили. Федюнь, Иван, вам не надо вот так делать. Не надо вот так делать. Надо просто лечь. Просто лечь. Ножки, видите, строго, как вверх смотрят. Вань, просто ложись, ноги подними. Вань. Ваня, ноги в коленах согни, подними. Никита, ляжьте вот так. Ляжьте вот так, Никита, ложись. Ноги, Никита, вперед, смотри, руками упрись в пол. Как ракетница какая-то. Никита, хватит! Сейчас тренировка будет все время в этом. Пока вы не успокоитесь, все время будем это действие делать, и вы станете очень сильными, но это будет скучно. На меня внимание, посмотри. Два. Я не прогибаюсь. Два. Раз. Два. Молодцы, будете делать вот так. Выровняйтесь, ровно выровняйтесь.
Вот так? Ручками все края мата коснулись. Вот это как бы общая линия, да. А ложиться вы должны, получается, переваливайтесь чуть-чуть за край мата. Семен, ручками по краю мата. Да, ближе руками к краю мата подойдите. И ножками тоже подойди, Семен, ножками тоже подойди. Спинку выравнивайте. Поехали. Раз вниз, два наверх. Раз, два. 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 Раз, раз, два. Раз. Вниз надо лечь. Федя, выпрямись. Раз. Вниз. Два. Иван, два. Встать, два. Два, встать надо. Раз. Два. Раз. Не обращайте, вот до тех пор, пока вы будете болтать, друг другу говорить Никита, Семен, Макар, Иван, Федя, да, пока вы будете обращаться, пока вы не обратите внимание на как вы мужаете, да, как сила начинает расти. Мы будем делать это действие. Как только вы успокоитесь, мы перейдем к следующему. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Встали к столбам, подошли быстрее. Двое на один столб спокойно уместятся. Спокойно уместятся. Вставайте. Федень, подойдите. Два человека лучше пусть Макар. Стоп, стоп, там вдвоем неудобно будет. Вдвоем, вот тебе, иди сюда, вот здесь. Я? Да. А ты, Иван, стоишь вот здесь, чтобы ты не ударялся об матрасы. На счет раз вниз делаем, на счет два вверх. Раз. Сели вниз, сели вниз. Два. Выпрыгнули сразу. Раз. Никит, повернись ко мне лицом. Ко мне лицом повернись. Раз, сели, два, встали, выпрыгнули. Раз, два, раз, два, раз, надо выпрыгивать, два. Пока, Никита, ты не начнешь выпрыгивать, будем приседать. Раз, два, раз, два, два, выпрыгнули и стоим, стоим. Раз, раз, команда, два, стоим, раз. Два. Не надо топтаться так, ну, пятки вы себе отбиваете, на позвоночник нагрузка. Вам надо ловко руки из кармана вытащить. Вот так? Можно так. А можно, смотрите, команда раз, команда два. Раз, два. На носочках я прыгаю. Пальцы не грязи. Приготовились. Приготовились. На носочках, да, прыгаем? Без шума, чтобы очень ноги крепкие были. И резко сорвались куда-нибудь, побежали на помощь. Раз. Раз, присели. Спрятались, да, как бы? Хоп. Два. Ловко выпрыгнули. За птичкой там поймали какую-нибудь добычу, бабочку поймали. И маме показали бабочку живой. В ладошках. Зачем голубя? Да хорош, ты что? Нет, бить не надо. Если вы выпрыгнете, вам надо так, хоп, ковшиком, спрятать ее здесь. И потом мамке принести, показать. Типа того, да. Все, принес. Все, приготовились. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Нет, нет, раз, сели. Это на внимательность еще, да, игра? Хоп. Я вам сейчас даю возможность отдохнуть. Сели, 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 сели. Нет, за столб держимся. Два. Раз. Раз. Вниз. Два. Иван, подальше от столба отойди. Раз. Никита, поцелуй столб. Два. Раз. Два.
Раз, Никита, прыгаем. Два. Раз, два. Раз, два. Быстрее, упор лежа принять на коленях, как вы стояли до этого. Как вы до этого стояли. Быстрее, 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 на коленочках. Быстрее. Все, быстрее. Федюнь, да где был, там надо, не надо ползать. Федя, быстрее, Никит. Это из-за меня. Это из-за меня ради ваших мам. Упор лежа принять быстрее. Нет, это из-за меня. Это из-за меня ради ваших мам. Семен, чуть отодвинься от Вани, пожалуйста, немножечко. Сейчас приготовьтесь. Вы стоите прямо-прямо. Вот так, спинка. По команде раз поднимаете правую руку, по команде два поднимаете левую. Раз. Правую. Два. Запомнили? Да. Приготовились. Раз. Два. Раз. Не шлепаем руками, старайтесь бесшумно делать. Два. Раз. Два. Прям к потолку ручку тяните. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Стоим в упоре лежа. Теперь поочередно по команде раз поднимаем правую ногу назад и вверх. Раз. Два. Раз. Два. Да. Федюнь, для рукопашного боя очень пригодится. Там раз завалился, враг побежал к нему, там бах, брыль такой. Так можно, можно. Чисто сальтушка. Зачем? Какая сальтушка? Ну, например, в жизни может пригодиться. Враг нападет, побежит, побежит, как бум, брыль ему. Все, готовы? Ну, если правило не разрешает, то не надо, конечно, делать. Ни в коем случае. Это кто-то посчитает, Никит, хорош. Кто-то посчитает, скажет... Там хулиган, да, кто-то? Зачем хулиганом быть? И нельзя, и хорошо, что ли. Приготовились. Но для гимнастики это поможет мах ногой. Раз, два. Раз, два. Раз, да, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сразу поставил, попустил. Раз. И поставил сразу. Два. Раз. Никита, взгляд вперед. Два. Раз. Выше. Два. К потолку. Потолку тянем. Потолку тянем, парни. Насчет раз. Насчет раз. Смотрите. Ну, если ошибся, ничего страшного. Бывает, Федюнь, бывает так. Ошибаются, забывают. Допустим, смотрите. Раз. Два. Раз. Два. Раз. То есть вы прям вверх. А потом с помощью этого действия можно красиво, например, выйти попробовать стоечку на руках. То есть вы брыкаете и в стоечку на руках выходите. Но это чуть... Во, да. Но вам надо сначала научиться брыкать хорошо. Приготовились? Можно возле стены. Можно возле стены. Как лошадки брыкаемся. Приготовились. Раз, два. Раз, два. И раз, два. А, перешли руками на этот квадратик. Вот все на свои квадратики перешли вперед. Теперь будет покруче действие, смотрите. По чуть-чуть потруднее. Семен, немножко сдвинься, пожалуйста. Смотрите внимательно. Вот мы сейчас, здоров. Вот мы сейчас, ничего страшного. Это кто? Ну, сейчас познакомимся. Максим. Меня мама заберет, в 7 часов позвонит. Я понял, Макс, ладно, все, курочку вешай. Это Макс, Семен, ты забыл Макса? Стоп, ты правильно практически вам делаешь. Парни, смотри, что делают. Из этого положения, вы сейчас, Семен, посмотрите на меня. Никит, приготовьтесь. Из этого положения вы сейчас берете и делаете такое действие. Тоже мах двумя ногами, чтобы потом вышли стойку на руках. Но сначала делаете вот так. Раз. Два. Ясно? Прыг прям назад ножками брыкаете. Назад и вверх. Когда теперь попробуйте раскрыть. Секунду. Смотрите, я не просто поднимаю ноги вот так. Я их еще раскрываю. Вперед и вверх. Да, мы только надо сделать вместе. Посмотрите, секунду. Секунду. Посмотрите на меня, пожалуйста. Вы делаете такое действие. Все, не кричим. Вы сейчас все покажете на мой счет. Раз и два будем делать. Раз. Два. Раз. Два. Пока распрыгайся. Раз, вот туда отходи чуть-чуть за ними. Два. 50 распрыгиваний. Хоп-хоп-хоп-хоп, ручками прыгаешь. Два. Раз. Два. Раз. Два.
Раз. Старший классный. Два. Привет, Артём. Старшики подтянулись. Ура! Раз. Старшеклассники, студенты. Раз. Привет, два. Привет. Иван, ну ручкой махнул, парни тебя отблагодарили, рукой махнули, все друг другу улыбнулись, порадовались. Раз. Два. Раз. Два. Теперь переходим на упражнение. Складка, мостик. Быстрее. 50 раз. Почему так много? Макс, для тебя горка впадинка. Помнишь так? Упор лежа. Упор лежа принимаешь. И поехали. Оп. Да, 50 раз. Тебе, Ван, 50 раз. Поехали. Складка, мостик. Это вы чё? Ну вы чё, Семён? Сначала на плечах, потом... Ты чё, братан, завжди, а потом на руках. Можете? Смотри, Семён, сначала на плечах, да, да. Потом на складку-мостик. Складку-мостик. Вот он, смотри, складку он делает вперед. Это складочка называется. Мы как сложились. Хоп, и мостик. Хоп, а 50 раз? Нет, всего 50 раз. Складку-мостик вы делаете первое действие на плечах 50 такое раз. Такое, а на затылке. На затылке? А вот Ване можно одно занятие передать? На затылке сколько делать? Он, если может занять передать, сколько сейчас, на затылке? На затылке вы делаете тоже 50 раз и все. Вам надо сделать 50 раз на плечах и 50 раз на затылке. А я уже делаю. Да я понял, молодцы, давайте. Уже все сделал, да? Ну да, уже на затылке делаю. Вчера было, знаете, какой день был? Пятница 13-е. Знаете, что это значит? Что это? Что это пятница, а что сегодня суббота 14-е? А? Умно, да? Умно? Нет. Ну, типа, да, пятница 13-е страшно. Да, конечно, все будет. Сальто, балалайки, барабаны, все будет. Я сделал 50. Идем. Теперь ты делаешь 50 с упором на затылок. Ты также делаешь мостик с упором на затылок. Парни, пожалуйста, не отвлекайтесь. А когда слышал, мы стартуем. Делай горку в падинку на одной руке. Он пока еще не сделал на одной руке. Семен, молодец, что Максим напоминает. Ты забыли, ты не забыл. Нет, никто не забыл. Сегодня все будет. Никитос, терпи. У меня дома домашка. А, ну ничего страшного, потом сделаем. Домашка под 12 сил. Парни, хорошие. Давай, 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 Никит, Никитос, телефон убери. Вот чей там рюкзак лежит и телефон? Никитина. Ой. Убирай телефон, убирай рюкзак. Желательно телефон в рюкзак, а рюкзак вот сюда, к другим рюкзачкам. Никита, быстрее, пожалуйста. Нам сегодня надо пить чай, пить кофе, есть пироги, да, яблоки. Никит, быстрее, Федя, погоди. А? Ты не сделал 50 раз на затылке. Никит, быстрее. Сделал, вот теперь осталось 50 раз полный мостик. Федя, да. Смотри, как здесь полный мостик. Темно? Сейчас включу, полный мостик, да. Как? Мостик. Надо мостик полный сделать. Федь, ручки только надо на ручки. А чтобы вы сильные были. 20? Ну давай попробуем 50, если не получится 20. Федюнь, стоп, Федь, посмотри, пожалуйста, сейчас на Семена. Семен, сделай полный мостик. Федь, посмотри на Семена. И на Макара, и на Ивана. Вот так надо выходить, голову отрывать от пола, да. Надо... Давай начнем с 50, но если не сможете сделать, сделайте 25. 20 сразу. Сразу? Ну давай 25, ладно. Так, ладно, ребятня, сейчас секунду остановитесь. Молодец, Макс. Секунду остановитесь. А, по парам. Иван, Никита в паре. Нет, я с ним. С кем? Я с Макаром. Нет, подожди. Не-не-не. Стоп, стоп, стоп. Встаньте. А, Никита и Артем, тоже встаньте, пожалуйста. Парни, да. По росту постройтесь. Малыши, по росту постройтесь. Артем, Никит, помогите им построиться по росту. Сейчас иначе отжиматься будем. Парни, по росту построились быстрее. По росту. Пожалуйста. Быстрее. Никита, Моисеенко, руки из кармана вытащи.
Никита, Моисеенко руки из кармана вытащи. Да он выше тебя. Я? Ну вот так вот попали. Пара. Максим, Семен. Пара. Максим, Семен. Подошли. Семен, Макс, подошли. Нет. Максим, Семен. В паре. Отходите. Отходите. Пара. Пара. Федя, Никита. Отходите. А потому что Никиту и с Ваней нельзя ставить. Пара. Макар, Иван. А потому что ты на него тогда садился. Пара. Макар, Иван. Иван, Макар. Стоп, стоп. Да ты же не знаешь, что делать будем. Ты че, братух, распереживал? Ты же не знаешь, что делать. По парам разошлись, парни. Внимательно, смотрите. Артем, встань, пожалуйста. Артем, встань, пожалуйста. Стоп. Внимание, там никого. Артем, встань, просто встань. Внимательно, смотрите, внимательно. Иван, встань. Смотрите внимательно. Каждая пара, любой, вы определяетесь. Один стоит, другой держится. Смотрите внимательно. Первый. Смотрите, первый. Внимание сюда. Я поднимаю ногами, сейчас делаю складку, кладу руки вот так. Нет, наоборот. Да, я буду ногами вот сюда делать. Я отхожу подальше от него. Макар, отойди парнями и встань. Иван, смотри, что я делаю. Первое действие. Оп. Да, да, да. Лови его здесь, отталкивай. Видите, первое действие. Вот так я делаю 20 раз. Второе действие. Я поднимаюсь на до плеч. Третье действие. Я максимально высоко вверх поднимаю ноги. Как вчера мы намазали. Поехали. Если кто будет ошибаться? Нет, мы уже пару сделали. Никитов с Артемом, вам так же по парам. Иван, ты с Макаром, Федя, ты с Никитой. Да не надо поднимать никого, братан, не надо никого поднимать. В смысле, вы не понимаете? Упор лежа малышам принять. Вы, стоп, вы делаете, вам. Идите, упор лежа принять, Федя. Никита, иди сюда. Никит, упор лежа принять. Руки из кармана вытащить, Федя. Упор лежа принять. За что? Это за то, что я вам не могу объяснить, что надо дружить с друг другом. Никитос, развернись, пожалуйста, головой туда. Никит, надо уметь общаться с людьми. Вы не делаете вот в этот раз. Ноги не бросать. Федя, успокойся. Успокойся. Упор лежа принять, пожалуйста, Никит. Никита. Никит, упор лежа принять. Спокойно. Сейчас они сделают, я вам найду пару, обещаю. Никита, другой, Кулагин, ноги не бросай. Ноги не бросать на пол. Артем, а ты отталкивай быстрее ему ноги. Семен, дальше от покрышки отодвинься. Макс, да. Успокойтесь, парни. Никита, встань, пожалуйста, на ноги. Упор лежа. Просто стоять надо, Федя. Просто стоять надо. А теперь, Федюнь, объясни мне, какова причина, что ты не хочешь с Никитой в паре, только в упоре лежа, объясни мне. Какова причина, кроме того, что он тяжелый? Что тебе в нем не нравится? Потому что мы с ним никогда не дружили. А почему бы сейчас не начать взаимодействовать? Я не говорю про дружбу, я говорю про сотрудничество, взаимодействие. Ты не хочешь? А почему? А почему, Никитос? Ладно, Никита, а теперь объясни ты. Третий год уже не дружим. А почему бы здесь не взаимодействовать? Никита, упор лежа принять, братан. Вы в одном классе учитесь? Да. Никитос, блин, мне кажется, это вообще круто. Вы в одном классе учитесь, и вас жизнь, судьба свела в этом зале. Это крутые. Артем, Никит, слышите, который Кулагин, Артем Маркшов? Упор лежа примите. Они 3 года враждуют в школе, и тут они встречаются в зале. Это целый, короче, боевик можно снять. Вот они вдвоем враждуют, учатся в одном классе и враждуют. Кто? Они? Да. Никита и Федя. Я для вас говорю, чтобы вы послушали, какое здесь на ваших глазах и ушах разворачивается судьбоносное событие. Они 3 года не дружат, в классе в одном учатся и встречаются в этом зале. А, это судьба. Парни, надо взаимодействовать. Нет? Ну тогда стойте в упоре лежа. Никитос,
Никит, братан, Моисеенко, сейчас я тебе пару найду и Федюне пару найду. Вы сейчас дождитесь, когда ребята сделают упражнение. Федя с братом будет, а ты, Никит, с Макаром будешь, да? А мне кажется, вам надо подружиться. Парни, мне кажется, вам надо подружиться. Нет. А почему? Потому что я не хочу с ним. А что, в чем плохого? Вы друг друга, ну что, бьете? Да? А зачем? В упор, лежа, встаньте, пожалуйста. Никита. Никита хулиганит? Да? Никит, ты хулиганишь, братан, надо быть это вежливее. А, ну догонялки, да, Юля? Ты сам хочешь, чтобы мы побегали, и все, не, в принципе, Федюнь. Федь, в принципе, это нормальная тема побегать. Ребятам же нравится бегать. Нет, это... он третий год его просит. А, и за ним никто три года не бегает? То есть он просит за... Тихо. А вы не по занятию можете передать? Да, а то мне написать, чтобы он шел, не шел. Сейчас, секунду. Посмотри. Сколько у тебя занятий, помнишь, осталось? Не помню, чтоб 9-8. Чтоб Артем, да, 10 занятий, сегодня 9-й. Да, давай. Можно? Никитос, чуть. О, Никит Кулагин, возьми, пожалуйста, Моисеенко, Никита себе пару, сделай это упражнение, пока Артем пишет Ваню, которого сейчас делает. Да, пусть он ложится, поднимает ноги. Артем, ты Феденьку возьмешь пару? Да. Давай, Никитос, успокойся. Вот давай с тезкой с Никитой сейчас. Давай, все. Бери его. Поднимай ножки. Он тебя... Не бросать на пол. Пойдем, Федюнь, с Артемом. Иди, Федюнь. Ваня занят. Братан, Федя. Давай с Артемом иди. Артем, ну стой. Ну ты что, с Артем тоже не дружишь, что ли? Хорош. Артем, ты что ему сделал? Пойдем выясним. Пойдем по базарю. Федюнь, Иван, мы, братан, только с тобой. Сергей Геннадьевич, а что нам делать после этого? Вот это вы сделали? Иван, Федю в команду возьми. Все, Артем даст это. Федь, иди в команду. Иди с Иваном в команду. Федь, иди с Ваней. Ваня, ты стоишь, он держит за тебя. Нет, с тобой, он его снесет просто, у них разница в два раза меньше. Никитос, держись за Никиту, давай быстрее. Вы сделали 60 раз, первый раз 20-ку, следующий выше ноги поднимай. Давай. Мы 10 сделали. А, тем более еще 10, давай быстрее. Никит, не обманывай, оба, молодцы. Так, Макар, сейчас они доделают. Пока, пожалуйста, готовься к перекладине, подходи, будешь, иди на брусья, зависай. Первая часть лесенки, 10 раз ты делаешь. 20, сейчас еще готовься. Никит. Все, давай, 20 раз на турники, подтягивание, 10 раз. Потом 9, да. Никита, быстрее, который Моисеенко. Соберись, братан. Без тебя уже на турники залезли. Стоп. Нет, тебе надо... Да. Держи его за ноги. Поднимай теперь ноги выше. Еще выше. Во. Не бросай. Замотивируй его, брату. Старший Никита, замотивируй младшего. Делай. Сделаешь, еще его ложись. Если сможешь сделать, да, мах ногами, да, не бросай. 10 подтягиваний. В принципе, Артем тоже можешь начинать пока. А? Ну там тут смысл. Что? Семен, надо делать правильно. Семен, не балуйся. Теперь 9 готовься, 15 секунд отдыха, 9 делаешь. 9 делаешь, потом 8 делаешь. Нет, 15 секунд отдыха, не лежать, ручки размять. Артем, понаблюдай за ним, пожалуйста. Никита, Моисеенко, хорош. Парни, Семен.
Выше ноги, Никит. Выше ноги. 20. Надо по 20 сделать, да. Никитос, быстрее. Другой Никита, взрослый, который ждет же тоже Турников. И ты ждешь. Семен! Семен! Не сидеть. 15 секунд отдыхать, а значит ручки разминать. Об стол можно потянуться, веретенышко поделать. Никита Моисеенко, разминайся, отдыхай 15 секунд и на подтягивание. Иван, не надо. Сейчас Никита Кулагин и Артем Маркушев тоже они будут делать эти подтягивания, только на высоком турнике. И давайте вы, малыши, старайтесь делать не хуже, чем взрослые делают. Грудью до перекладины прям тянемся. Сделал? Молодец. Сейчас садись быстренько в шпагатик, тянись шпагат. Но ножки в сторону, да, садись вот здесь на зеленом полу, ножки в сторону. Максимально-максимально тянись. Макар, шпагат теперь, поехали. Ножки тянем. Да-да-да-да-да-да-да, тянем. Макар, постарайся, как Макс, тоже вперед завалиться. На шпагат быстрее. На шпагат садимся. На шпагат садимся, Федюня. Шпагат. Вот вы будете отдыхать в шпагате. На шпагат садимся, пожалуйста, парни, тянем. На шпагат сели, тянемся. Терпи, сядь назад, отдохни. Сядь чуть-чуть назад, во время. Перерыв сделаем. Семен, шпагат, если ты там делал, шпагат садимся. Быстрее, быстрее, конечно. Шпагат, парни, тянем шпагат. Семен, Семен, шпагатики рядом с ребятами. Что ты двигаешь? Это вот хорошо. Вдруг тебе подать, вдруг тебе тут будет просто гибкий. А без гибкости. Смотри, вот подать. Килограмм больше. Сам ты килограмм больше. Не надо ни про кого, Федя, не надо ни про кого говорить, парни, не надо. Зачем? Надо о себе размышлять, о том, что вы можете сейчас сделать. Упор лежа принять. За то, что вы, я еще раз сказал, когда я разговариваю, вы должны замолкать, прям звук голоса приглушать, потому что, может быть, я скажу что-то важное касательно каждого из вас. Упор лежа принять. Все, 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 все. Развернитесь друг к другу лицом. Не ногами, а лицом. В кружок такой вы встанете, да, как ромашка. Макар, чуть назад отодвинься, пожалуйста. Макс, Макс, чуть поближе к Макару подвинься. Вот, как цветочек такой, да. Максим, головой повернись в круг, на Федюньку головой повернись, а ногами к окну. Еще больше, еще больше. Вот, да, туда. Готовы? Упор лежа принять. Подняли правую ногу вверх. Натянули. Носочек выпрямили ее. Обе ноги прямые, Федя. Обе ноги. Опорную ногу тоже прямую. Опорную ногу тоже прямую. Держим. 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 Не падай. Держим. 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 Тихо, тихо, тихо. Держим. Федя, успокойся. В этом положении сейчас делаем раз вниз, два наверх. Раз. Ногу держим вверх. Раз, вниз легли. Вниз легли все. Ногу вверху держим. Два, поднялись.
Иван. Какой? Раз. Легли вниз. Легли вниз. Два наверх. Два. Раз.